Красным трико на ковре Константин Ефимов, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Хабаровский край, мастер спорта международного класса. В синем трико Муса Ивлоев, Москва, Калининградская область, мастер спорта международного класса. Борьба за выход в финал на ковре А полутяжелой весовой категории до 98 килограммов. Встречу на ковре А судит бригада судей. Руководитель ковра — судья международной категории Владимир Трушин, город Ростов-на-Дону. Судья на ковре — судья международной категории Алексей Донских, город Саратов. Боковой судья ковра А — судья международной категории и Галимзянов, Башкортостан. Победу на ковре Б одержал Виталий Щур, Алтайский край, Кемеровская область, и вышел в финал на Семенова. На ковре закончился первый период встречи. 4-0. Ведет борец синий трико Муса Ивлоев.
Москва, Калининградская область, мастер спорта международного класса. Борца в красном трико на ковре А секундирует заслуженный тренер России Александр Кадочкин. Борца в синем трико на ковре А секундирует Феликс Аваков, заслуженный тренер России. На ковер Б вызывается для утешительной встречи Максим Кафланов, Тверская область, Илья Зацеляпин, Красноярский край. Кафланов, Зацеляпин, на ковер Б. Первая утешительная схватка. На ковер Б после этой пары готовится Джалуев Шкарин. Победу на ковре А одержал Муса Евлоев, Калининградская область.